Здравствуйте, вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы в ботаническом саде. Сегодня у меня будет видео о грибах. Поехали! Чтобы грибницу не повредить, чтобы грибы могли дальше расти семьями. Эти грибницы очень большие, они под землей, как целые города. Пойдем? Если что, будет гриб вам помогать. Хорошо, я буду тебя ждать. Так, давайте. Вы можете внизу пролезать, а можете через них. Как препятствие. Так веселее, но надо быть осторожнее. Шишки и вату, как будто бы облачка, да? Сейчас, кто там у нас еще? Маргарита нас догоняет. Маргарита догоняет, мы куда идем? Да, вот очень здорово, что вы друг друга сейчас делаете, как настоящие грибы, вы вместе. Ребята, смотрите, мы с вами, представьте себе сейчас все, ну подождите сюда, посмотрите, где я. Представьте, что мы смотрим из-под земли, из-под тонкого слоя земли, куда-то наверх, на небо. И видим, на земле лежат шишки, которые с дерева попадали, и плывут облака. А облака приносят что? Дождик. Дождик. Грибной дождик. Да, бывает грибной дождик. И они приносят влагу. Что еще? Они приносят грибы, чтобы быстрее росли. Точно, влага попадает на землю, поливают. А вас кто-нибудь поливает? Дождик, дождь. От чего вы растете? От меня. А я от того. А вода нужна человеку? Да. Без воды он сможет прожить? Нет, он на 95% состоит, на 95%. И еще он пьет воду. Пьет воду. Чтобы было во рту не засуха. Точно, точно так же, и грибы, да, скажите. Мы моем, чтобы потерять. Это тоже помогает, конечно. И чтобы наш организм был сильнее болеть. Точно. Да. А как вы думаете, как вода попадает к грибам? Через дождик. Через дождик. И, да, вот, и вот эта вода упала в землю, как она по земле? Да, она через корни. Через корни. Мы пойдем через такие корешки, в которых много водяных капелек, и они звенят. Вот через эти корешки, которые грибу приносят влагу. Мы пойдем вперед, не бойтесь. Ну что, капельки звенят? Папа, куртку возьми, я не помню. Ускоренный процесс роста грибов. Видите, они тянутся вверх, к небу, к солнышку. И посмотрите, сколько влаги вокруг. Узнаете какие-нибудь грибы? Поганки. А я знаю, это лисичка. Похоже на лисичку, на сыроежку похоже. А вот
это, смотрите, это тоже грибы, хотя сложно себе представить. Ой, кто-то от стеночки отклоняется, идите ко мне лучше. Сейчас мы все вместе.
Рождественский днем. А еще посмотрите, видите, кто тут на поляне в шляпе? Наш грибник Максим. Он умеет, он приручил этот гриб большой и умеет делать так, чтобы почтовый ящик к нам не запускался. Мы уже пойдем из поля. Ну, вы попрощайтесь с грибом, уже идите. Пока!